Продается капитальный гараж 18 квадратных метров в ГСК 248 по улице Шевченко, 48. Звонить 8-909-612-2404. Срочно продается участок в поселке Ленина, Заречье. Телефон 93-57-57. Продается садовый участок на берегу Старицы, Зауральная роща, 6 соток, телефон 8-909-612-2404. Внимание предпринимателей! Если с 1 января 2018 года ваш тариф на электроэнергию увеличился более чем на 18%, звоните нам, и мы поможем на законных основаниях, не изменяя условий энергоснабжения, сделать тариф на электроэнергию меньше, чем было до повышения. По всем вопросам обращаться по телефону 426-026. Сдаются столы в маникюрном салоне. 3000 рублей. Телефон 94-20-02. Ремонт стиральных машин. Запчасти. Звонить 60-60-80. В связи с реконструкцией магазина «Мультимир» по улице Карагандинской, 108, с 16 марта скидки от 20 до 40% на все. Справки по телефону 70-79-18. «Живой карась». Телефон 42-09-11. Цыплята, утята, гусята, индюшата, куры-молодки, корма. Город Соль-Илецк, улица Ленина, 42. Телефоны 8-35-336-25-682 или 8-903-394-98-85. Обучение охранников. Школа охраны «Долг-2». Телефон 58-27-25. Реализуют узлы и агрегаты с капремонта на паз, двигатель, КПП в сборе, картер, крышка, редуктор заднего моста, передний и задний мост, насос ГУР, компрессор, передние и задние ступицы, энергоаккумулятор, ГТК, КРТ, стартер, генератор. Обращаться по телефону 75-52-31. Бесплатное переобучение на категорию D при наличии категории B или C с последующим трудоустройством. Звонить в рабочее время по телефону 40 10 40. Филиал «Оренбург-Межрайгаз» приглашает слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Обучение, стипендия. Набор ограничен. Обращаться улица Самолетная, 79. Телефон 341-611. Требуются скотники, трактористы. Звонить 23-07-04. Требуются переводчики узбекского и казахского языков. Телефон 400-100. Требуются автомойщицы на Нежинское шоссе. Телефон 99-99-70. Требуется администратор в салон красоты. Телефон 8-987-849-40-38. В управляющую компанию требуется электрик, слесарь-сантехник. Телефон 8-987-195-79-05. Требуются водители на городские маршруты. Звонить в рабочее время по телефонам 90-10-75-90-73-36. Требуется штукатур-маляр, плотник, водитель на автомобиль УАЗ, телефон 92-16-12. Требуется парикмахер, телефон 20-06-98. Требуется водитель на автобус, маршрут номер 38. Обращаться по телефонам 67-42-13, 8-961-925-08-87. В павильон требуется продавец, овощи, фрукты. Звонить 60-69-68. Требуется инженер-землеустроитель с опытом работы. Телефон 436-536. Требуется шиномонтажник и автослесарь. Звонить 58-06-01.
требуется мастер по маникюру. Телефон 94-20-02. Требуется охранник. Звонить 28-01-05. Требуется продавец. Телефон 69-23-15. Требуются сотрудники для подработки. Обучение. Телефон 45-05-85. Подработка на дому. Звонить 450-455. Требуется водитель. Телефон 8-961-930-6907. В производственную организацию требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с 3-4 группой допуска по электробезопасности. Желательно знание основ электроники. Обращаться в рабочее время по телефонам 30-62-54, 30-62-53. Требуется главный бухгалтер со знанием программ 1С версия 7 и 1С версия 8, телефон 24-30-54. Требуется менеджер по рекламе и звукорежиссер. Резюме отправлять на e-mail casting@media56.ru. Офисные сотрудники до 28 тысяч рублей, телефон 51-91-21. Кадровик – 25 тысяч рублей. Снабженец – 33 тысячи рублей. Телефон 45-59-27. Замруководителя с опытом предпринимателя – 40 тысяч рублей. Звонить 51-47-73. Завхоз – 37 тысяч рублей. Администратор – 24 тысячи рублей. Телефон 46-68-97. Бухгалтер на первичку – 20 тысяч рублей. Консультант – 25 тысяч рублей. Телефон 60-27-38. Работая, в том числе активным пенсионером – 20 тысяч рублей. Звонить 60-79-76. Кладовщик – 26 тысяч рублей. Секретарь – 23 тысячи рублей. Телефон 23-83-25. Специалист с бухгалтерским образованием – 30 тысяч рублей. Звонить 57-73-27. Помощник по общим вопросам – 35 тысяч рублей. Телефон 55-31-08. Смотрите программу «Видеоблокнот» на сайте media56.ru.